Йей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Джози, Фуфлик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, давно у нас не было VR, и мы решили вспомнить и показать, как классно играть в VR, особенно в рубрику «Аниматроники пугают охранника». Если тебе, текушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мы скачали очень классную, обалденную карту FNAF 2. Это новенькая она вышла сегодня. Смотрите, как здесь все круто сделано. Просто обалденная карта. Так что обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Телеграм, там в данный момент происходит розыгрыш по игре Карисмод. Так, давайте все поизучаем, посмотрим, как вообще здесь все устроено. Мне кажется, коридор, который здесь по центру, он намного шире. Да. Да, он широкий, просто классно. Вы слышите какие-то звуки? Нет. Нет, есть телефоновые звуки. Тихо-тихо-тихо. Страшные такие. Что-то происходит. Чё? Чё с дверь? Аниматроник поломанный режит. Вот это он гигантский. Ну, я так понимаю, здесь просто как будто валяются сломанные аниматроники. Грязные полы. Дима, аниматроник вышел. Так, идем смотреть, где он. Я вижу, он идет. Вот-вот-вот он идет. Куда он идет? Давайте за ним проследим. И где он? Вот он. Он смотрит на своего. Ой, прикольный картонный Фредди. Он, наверное, перепутал его с настоящим. Что он делает? Он как будто с ним разговаривает. Просто смотрят на него. О, давайте попробуем, можно тут телефоны? А где телефонные трубки? Эй, смотрите, провода обрезаны. Получается, мы не можем позвонить никуда. Офигенно сделано. На улице снег идет. Смотри, там машина. Вот там тачка стоит. Это наша. А на улицу можно выйти? Давайте посмотрим. Зверь закрыт. Ну, понятно, мы никуда не выйдем теперь. Кто? Что? Да. Поломался. Пацаны, вы видите меня? Нет. Да. Вы видите, что у меня в руках? Что? Это нормально вообще? Я самый сильный человек в этой пицце. Он телепортируется назад. Пацаны, идемте на наше место рабочее. Начинают аниматроники все жевать. Сейчас мы еще здесь посмотрим. А в шкатулку можно? Шкатулку нельзя посмотреть. Кстати, вот есть щель. Там нету марионетки. Пустая шкатулка. Получается, она что, уже вышла тоже? Блин, классная карта. О, пацаны, подойдите кто-то ко мне. А ну-ка. Вот. А ну-ка. Джози, дай я на голову одену. Алпачелу. Блин, плохо, что исчезает. Скин обалденный у тебя, мне нравится. Ребята, вопрос от меня. Как зовут этого персонажа из какой-то игры или фильма? Вы слышали же, аниматроник ржет где-то. Да. Будьте очень осторожны. Это неадекватный. Вот тут провода. Получается, электричество все обрезано, и все коммуникации. Мы здесь закрыты. Короче, мы должны здесь четко выживать. Слышите? Прячьтесь. Вон он. Так, давайте инфу, где он ходит, чтобы мы все четко прошли. Куда пошел? Вон там вот, смотри. Так, давайте на карточочках. А? Он нас ищет. Пацаны, заныкайтесь, чтобы он не видел тебя. Так. Я буду за угла выглядывать. А, быстрей! Он в туалетах! Быстрей! А я могу эти полочки брать? Что это за... Что? Эй, полочки! Блин, ну это классно! Я, короче, пацаны... Я качаюсь, понимаете? Я качок. Я должен сейчас накачаться и аниматроников пойти бить. О! Сейчас мы... нужно подкачаться. Так. Получается, он знает, что мы здесь. Надо маски, наверное, надеть. Да. Маски не работают, пацаны. Это аниматроники. Они всех мочат. Они просто не любят людей. Они по запаху могут фуфлика определить. Как вы думаете, чем фуфлик воняет? Я пахну ванилью. Дверь. Вас назад. А дверь. Он упал. Есть. Он ползет. Его сейчас
микроволновка, а это телевизор. А ну, уходи отсюда, паршивец. Я тебя буду бить по ногам. Говно, вали отсюда. Это наша пиццерия. На. Пацаны, не боитесь туда идти? О, там другой аниматроник. Где? Ой! А! Хорош, хорош. Я даже не ожидал, откуда он нас убил, я так и не понял. Он вышел, да, свой. Я слышу где-то крик. Это Монти? Ты крокодил. Это Монти. Поломанный Монти, я так понял по звуку. Он тут! Где, где, где? Говори! Убил нашего! Так, 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 это очень стрёмно. Это очень стрёмно, ребята. Он меня заметил, он за мной ползет. А, да? А! Тихо, тихо, я тихо. Он орёт тут сильно, а я не могу, я между столами не могу пройти. Так, так. Я его очень боюсь. Он уползает. Так, нет. Он ко мне ползет, он меня заметил. А ты там находишься? Да, я... Эй, будь осторожен, он тебя убьет. Тихо! Я тебя не вижу, я не знаю, где ты. Он тут орет. А, я вижу тебя. Я его сейчас обману, побежать. Так, все, беги, быстрей, беги! Чика! Ай, Чика? Она быстро бегает очень, быстрее бегите! А, убили? Нашего убили. Да, нашего. Отлично. Ой, какой отлично, это плохо. Отлично. Вот Чика идет. Так, если что, закрывай двери. Так, одного охранника нет, он где-то потерялся. Я ее видел лицо. Представьте, как быстро она подбежала до дверей. Была далеко, значит, она быстро бегает. О, резко! О! Вот это обмануло нас. Представляете, какая хитрая у нас Чика попалась. Он нас ведет куда-то, наверное. Это получается, может сейчас Балун Бэй резко вылезти? Но Балун Бэй не убивает, он только забирает свет. Свет у нас есть. О, свет пропал! Это может быть фантом. Рука исчезла! У меня руку убрали! Где моя? У меня руки нет! А ты видишь мою руку? Нет, это, наверное, фантомный Балун Бэй забрал ее. Что за бред, ребята? У меня еще ру... А че я при этом? У меня хп не тратит. Где рука? Что за бред? Я первый раз такое вижу. И че, я оружие теперь не могу брать? Я ничего не могу выбирать. Аниматроник украл руку. Ребята, это что-то новенькое. Такого еще ни разу не было. Он улетел. У меня теперь фонарика нету. Балун Бэй ворует руки. Это что-то новое. Никогошеньки. Сцена пустая. Вообще ни одного аниматроника нет. Ну, хоть одна рука есть. Тихо. Рука появилась. Балун Бэй, знаешь, ушел. Что это за... Как это работает? Я такого еще не видел. Давай будем искать охранника нашего. По-любому где-то он есть. О, игрушка какая-то валяется. Давай двери пооткрываемся на всякий случай. Здесь нету. Ну? Я экстрасенс, смотрите, могу дверь на расстоянии открывать. Так, в этом туалете нету. Идем сюда. Ё-моё! Что это, он обдрыстался или его аниматроники убили? Что с ним тут произошло? Все в кровище. Эй, фуфлик! Ты был хорошим охранником. Ладно, отдыхай. Так, минус один. Мы еще с тобой живые, это очень хорошо. Пошли. А если какой-нибудь прям аниматроник поломанный какой-то придет? Страшный прям. Что делать будем? Может, давай возьмем оружие, то уничтожим его? Идем, у нас там есть, в нашем офисе есть оружка. Ребята, сейчас наша цель хотя бы убить одного аниматроника. Мы по-любому должны его замочить. Мы должны отомстить. За друга. Так, бери, здесь оружие в ящике лежит. Ага. Тихо. Есть кто-то. Ты что-то слышал? Давай ему ловушку устрою. Давай. Отойди, отойди, отойди. Я хочу убить. Я хочу убить ее. Стоять! Шкатулочная морда. Убил? Меня. Тебя убил, блин. А если... Я аниматроника убил? А, ты замочил аниматроника. Отлично, ребята. Марионетку мы слили. Ну чё, давайте, выходите. Я псих. Я буду мочить всех аниматроников. Вот он.
Ладно, ладно, не смогли мы отомстить. Я должен убить эндоскелета. Это псих. Это, кстати, очень жесткий и быстрый аниматроник, который бьет на расстоянии. Он может просто убить одним ударом всех. Если даже будет 20 человек стоять, он 20 сможет убить. О, слышу. Вот он около офиса. Что, давай я его посвечу. Я вижу его. Извини, обстоятельства, не хотел. Есть, я убил, нет. Он текает? Он через вентиляцию лезет, ребята. Я его тут жду. А, вот он! Я убил его! Убил, молодец! Отлично, ребят, уже двое аниматроников слилось! Ну что, вы щенки, мы будем мстить за... Я только что видел здесь аниматроника. Я вам хотя бы надо еще одного убить, чтобы они больше никого не убивали из наших охранников. А, да, правильно, минируй, минируй все. Там тоже бросай. Ребята, мы минируем все входы. Мины так прикольно мигают в темноте. Я вижу аниматроника. Не иди! Не иди туда, я сейчас опять тебя убью случайно. Я не хочу убивать всех, но придется. Вот, я вижу, Фокси стоит. Короче, надо стоять по проходу. Я буду мощно мочить. Я не отступлю ни на секунду. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Вот он! Вот Фокси! Отвали! Отвали! Я боюсь! Ай-яй-яй-яй-яй, блин! Это жесть просто! Неадекватный, что ли? По спине! Интересно, какой уже жизни вынес у него? Я убил его! Отлично, ребята! Ну что, мы эту пиццерию потихоньку зачищаем. Вот, а! Да я не... Я не аниматроник, я теперь понял. Вот это трэш. А! Еще раз. Ничего, я тебе отомщу. Идем. Да сейчас не морочайте. Сон там где-то. Где? Он сзади. Внимание. А! Тихо. Блин, я уже испугался, то плюшевый аниматроник. Где он? Ты его видишь? Он тут стоял, сзади тебя. Я видел, он провалился с подземелья. Вот он! Он с разных мест появляется, надо быть аккуратно. Это аниматроник-псих. А, вот он. Иди, мочи его. Или давай, я буду... Не, тогда не заходи сюда, я буду по нему стрелять, чтобы я тебя не убил. Давай. Ну что, ще... Итак, убил. Убил? Ай, блин, меня. Это ты. Если я сейчас умру, то мы проиграем. Ребята, я должен очень внимательно играть. А этот еще шары стреляет, надо валить. Он меня сейчас убьет своими шарами. Вот бежим. Я знаю, я слышу его. Провалился. Я не стреляю. И ты не стреляй. Он свет боится. Я знаю. Где он? Вот он! Ты что там делаешь? Выходи! Он двери не дает нам открыть! Блин, это жесть. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще много роликов в VR, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Мега взрыв для вас, как всегда. Мега взрыв.